Ночью немного шел снежок. Почему я не пошла? Не погуляла ночью. Было, наверное, очень красиво. Сейчас снежок еще будет немного. Не знаю, видно вам, нет? На крыше снег. Ну все. Сам Бог велел идти гулять. Иди, счастье мое, ешь. Иди кушай, ты уже как бройлер у меня. Вот она стала меня бояться, потому что пока я болела, я ее с ручки не кормила, и она уже отвыкла. Ну кушай. Умница. Мое солнышко. Ладно. Привет. Привет, моя любимая. Доброе прекрасное утро. Времени не знаю сколько, наверное, часов. 9. Пойдемте, пройдемся. Моя красоточка. Отвыкла совсем от меня. Вот я пытаюсь ее хлебушком покормить. Из руки, как раньше. Иди. Ну, иди. Ну. Иди, Люсечка. Вот смотри, какой вкусный хлебушек. Иди. Яшка, иди. Я положу тут хлебушек. Хлебушек вкусненький. Она сразу бежит. Коса. Давай. Съела. Поперхнулась, я пила этот водичку с лимоном. Шарики ей катаю, она их любит из хлебушка. Блин, поперхнулась водичкой. Иди, иди, мое солнышко. Иди, а то они все пожрут. Давай. Выгнала. Молодец. Давай, не бойся, иди ешь. Чудо. Давай. Беги. Давайте поближе сделаем, посмотрим на нее, как она кушает. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням, очки. Лапку одну подгибает. Красавица моя. Этот прилетел. Рядышком стоит. Выгоняй. Свеженький батончик вкусненький. Ой, Яшечка накушалась. Все, прощаемся с Яшечкой. И идем гулять. Сидит. Чего она сидит? Вот накормила. И овсянкой, и булочкой. Ну, в общем, вот такое вот чудо. Пойдемте, мои хорошие. Ключики взяла. Вперед. Слушала французскую музыку. И так атмосферно. Вот я не понимаю французского. Ну, не знаю французского. Не понимаю, что они поют. Так классно вообще. Что-то у нас. Что идет? По-моему, увеличенное у меня, да? Да, увеличенное. Пойдемте.
пройдемся. Что там на улице? Смотрите, в каких я ботиночках. В спортивных. В традиции здороваемся. Привет, привет! Доброе, прекрасное, питерское, пятничное утро. Сколько время? Не знаю. И слышно ли вам меня? Тоже не очень знаю. Вот, я вот с 2 часов не сплю. Времени сейчас, наверное, около 12 дня. Смотрю, что там снежок. Шел ночью снег. Почему я не пошла прогуляться? Вот что-то такое. Не пустило меня что-то внутреннее. Я не знаю, почему. А можно было бы очень даже хорошо прогуляться. Какая собачка. Снежок идет мелкий. Не знаю, видно вам, нет. Собачка вообще класс. Доброе утро, Петербург. Машинки многие в снегу. Здесь тоже вот видите. Он идет и тает, потому что плюсовая температура. Смотрите, какой красавчик. Привет. Привет, собачки. Какой красавчик. Такой красавчик. С таким дядей. Удивленный. Он на меня так посмотрел. Удивленно. Теперь эта машинка любит. Смотрите, какая она малюсенькая. Как игрушечная, правда? У меня знакомая мне вчера написала. По-моему, что-то меняется в мире, потому что, говорит, я езжу в автобусе каждый день на работу. И последние несколько дней заметила, что... О, ау, да, классно. Последние несколько дней, говорит, заметила, что вообще очень мало людей в масках, в транспорте. И никто не щемит. И какое-то пошло попущение. Наверное, так приказ сверху по телевизору это им говорят. Или что, как себя вести, что делать. Надевать маски или нет. Надевать перчатки или нет. В общем, сверху какой-то указ, видно, уже пошел. Что? Послабление какое-то пошло, в общем. В массах. Олень шарики везет. Красиво, правда? Я его фотала еще в прошлом году. Этого оленя. И тут тоже такой же. Только шарик еще красивее. Хорошо на улице. Я без шапки и не холодно. Правда. Плюсовая температура. Еще мне подруга. Блин, у меня шнурок развязался. Вот этого я вообще не люблю. Еще подруга мне вчера прислала фотку с гостиного двора. Там еще стоит Дед Мороз. Огромный. Сейчас, секундочку, завяжу шнурок. Вот, говорит, там еще Дед Мороз стоит. Красота. Видите? Ну что? Ну ладно, пройдем. Прям ко мне подъехал. Там собачка. Или что-то с собачкой, не знаю. Как
как-то, наверное, плохо завязала эти шнурки. Все, что-то вот пошла через дорогу собачка. Снежок идет миленький. Мне написали вчера, что под Киевом снег чуть ли не по пояс. Ну, не в самом Киеве, а где-то видно на окраинах. А у нас немножечко вот снежка лежит. И аполлончики стоят голенькие в мороз. Не знаю, что написано. Саперный 13. 28 из 10 по окончании ремонтных работ будет прекращена подача центрального отопления. Ну, как всегда в Петербурге. Как всегда. Все как всегда. Красота. Привет, бородач. Такая у нас прогулка. О, вот такие мерседесы ездят в Ливане. Только еще больше старые и раздробленные. И вот с такими тоже фигнюшками. Видите? Вот такие мерседесы ездят в Ливане в качестве такси. Вот. Красивый очень дом. Это... Вообще я его обожаю. Очень-очень красивый, в кототором жил Хилков с 1908 по 1909. Помните, я вам как-то читала? Хилков. Михаил Иванович, министр путей сообщения России с 1895 по 1905. 1890. Да, член Государственного совета. Вот так вот. И тут вот два красавчика стоят с ручками, похожими на мои немножко. А здесь посольство. Или консульство. Не знаю, это одно и то же или нет. А вот это новый уже мэр, видите? Совсем другой. Уже покруче, чем тот. Там в масках сидят. В этом консульстве. Или посольстве. Генеральное консульство. Республика Болгария. Санкт-Петербурге. Вот так вот. Ежедневно с 9 до 12. О, там собака. Собачка! Иди сюда! Иди, собачка. О, бежит. Привет, собачка! Привет! Хорошая собачка, хорошая. Ты чего гавкаешь? Ну, вот такая собачка. Я как-то на Васильевском острове лет 10 назад сняла так парочку. Она шла в лисичьей такой шубе. Они пожилые, не знаю, сколько им лет. Не знаю, сейчас они живы или уже нет. Вот. И они так трепетно друг друга обнимали вообще. Немножечко красоты для настроения. Смотрите, как красиво все такое космическое. Вообще прям квантовая какая-то штучка. А там, смотрите, какой фотоаппарат висит с лампочкой. Вообще прикол. А фотоаппарат вообще на лейку похож. Всякие проводочки. Красота. Этот шнурок у меня тоже как-то плохо завязанный. Давайте его туда запихнем.
впихнем. Помните, как в этом служебном романе? Не знаю, что я хотела. А, семечек. Так. Карточку, по-моему, взяла. Не помню. Лучок, морковка, свекла. Все это у меня есть. Все это у меня есть. А я хотела что? Рыбка копченая. Не могу тут дышать. Бананчики неплохие. Они почему-то все мокрые. Такие орешки. Так. Семечки сырые. Сырые семечки. 900 грамм. Ищу, короче, цену. Не знаю, вам видно, нет? Сколько стоит? А где написано цена? Может, с той стороны сейчас пойду гляну. Семечки подсолнечные, очищенные, неочищенные, сырые, 499 рублей, 1 килограмм. А там написано 900 грамм. А, неочищенные, 69 рублей, 1 килограмм, 1 килограмм, 1 килограмм. Так что то не они. Походу, бананы 60 рублей. Яблоки, мандарины 119. Яблочки классные. Пахнут класс. Очень вкусно. Наверное, возьму яблочек. И пакетики. Вот. Рубля, по-моему, яблоки сезонные, 1 килограмм. Сезонные. А эти яблоки сезонные тоже, вот эти, да? Да, пахнут обалденно. Давайте возьмем. Вот эти мандарины не люблю, они вкусные. Эти вкусные, но они не очень качественные. Так что я пришла за семечками. Где они? Я даже не знаю, где они находятся. Честно. Кто видит, свистите. А, вот они. Уху, нашла. Насладись. Это не то. Это не то, это попкорн. 29 семечки подсолнечные. Обжаренные. Похоже. Что ли? Не знаю. Или вот эти лучше. Все, они просто больше. Молоко у меня есть. Я хотела манную кашу сварить. Что еще? Даже не знаю. Что еще? Даже не представляю. Молочко есть.
может, сырок взять. Мне что-то не хочется. Вообще не знаю, что я сюда зашла. Прогуляться. Такая у нас с вами прогулочка. Мои любимые. Сколько тут? Пожалуйста, спасибо. Сколько фигнушки. Какой мне это зачем? Две груши и две. Мне артикул интересует. А нет, нет, да. 199. А, еще есть. За 24. 99. За 24. Эти одинаковые, нет? Да, все одинаковые. Говядина в соусе, да? Ага. Так, 297 рублей. Ага. Если наличные, то сюда. Конечно, я же не на голову. Нет, мне важно, чтоб не сюда. Да, конечно, я же знаю, что неудобно здесь брать. Понятно. Рубля сдачи. Спасибо большое. День добрый. Пакетик нужен? Нет, спасибо, у меня рюкзак. Угу, хорошо. Яблочки сезонные. Угу. 142 рубля. Угу. Карта. Mm-hmm.